начинаем наше лазер-шоу. Мы с вами поговорим о многих-многих проблемах. Рассаживайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном. Сегодня мы с вами будем обсуждать, каково жить в Арабских Эмиратах, каково жить в Дубае. Присоединяйтесь незаметно. Челлендж. Итак, друзья мои, многие из вас, как известно, очень завистливые, ну кто-то независтливый, но кто-то очень завистливый человек. И все буквально, ну, процентов 90-99 думают так, что о, жизнь в Дубае шикарна, жизнь в Дубае прекрасна, жизнь в Дубае просто, ну, такая luxury life, и ничего не нужно делать, ни о чем не нужно думать, ни о чем не нужно заморачиваться. Просто живи, наслаждайся, купайся в море, езди на крутых тачках, там, езди на куда-то там, на Пальм-Джумера остров, на куда-то еще. То есть, ну, просто как бы enjoy the life, да, что называется. На самом деле, я хочу огорчить, что это далеко не так. Это даже не то, что есть вот другая обратная сторона Дубая, обратная сторона Эмиратов, но здесь свои подводные камни, как говорится. И поэтому как раз именно сегодня мы с вами и поговорим об этом. А пока что я вам скажу, что таким неофициальным спонсором сегодняшнего выпуска является вот такой замечательный коктейльчик, венецианский зеленый шприц. Так, вы уже, наверное, знакомы с оранжевым шприцем, то есть обычным апероль. Вот, а вот такой есть P31, венецианский, красивый, шикарный напиток. С чем я вас и поздравляю, и что я вам, собственно, хотел бы порекомендовать. Вот видите, уже полбутылки я его так потихонечку всосал в течение трех дней назад купил. Так, по бокальчику, вот, в общем-то, расслабляет. Летом, в летнюю жару, он не очень стронг, такой всего лишь 11%, всего лишь не помню алкоголя. Вот, и он действительно венецианский принц. Натуральный напиток зеленого цвета. Так что еще раз давайте с вами так вот на брудершафт практически выпьем. По-венециански, да, с тремя чмоканьями. Итак, чтобы изучить эту проблему, какова жизнь в Эмиратах, друзья мои, нужно взять, конечно, вооружиться увеличительным стеклом, лупой и прошерстить, то есть не только вот эти все официальные, такие, знаете, официозные, пафосные места, там Бурдж Аль-Араб или Бурдж Халифа или что-то еще, вот эти все фишечки. Такие, ну, знаете, там такой форме паруса здание на берегу моря, на фоне которого мы там снимали свой клип тоже. Вот, можете увидеть, там по ссылочке пройти сверху. Вот, и также Эмираты, это, знаете, множество подводных камней. Начнем с того, что вот есть такой район в Дубае, кто не знал, можете пройти посмотреть Дейра. Дейра. Я побывал, мы побывали вот буквально на прошлой неделе, в связи с тем, что, ну, это, об этом попозже. Побывали в этом районе, я, честно говоря, там ни разу не был, вот я просто взялся, я не знал вообще, живыми мы оттуда уйдем или нет. До того грязный, до того вот просто, ну, я, наверное, был единственным там белым человеком, я вам точно говорю. Это я вот пытался даже найти, будет в толпе кто-то там из белых туристов, из откуда угодно. Хотя бы из бывших стран советского лагеря, там Белоруссии, или Украины, или России, или откуда хоть-нибудь. Нет, я не увидел, мы вот там просто шли вдоль этого, значит, вдоль улицы через этот район на автовокзал, нам нужно было взять автобус. Вот, пригородный. И мы ничего, просто никого не увидели из
скажем так, белой расы людей. Уж извините меня за. И все, естественно, пялились на нас, на меня. Конечно, я был одет не так, чуть-чуть, но тем не менее, это сразу, наверное, вот на фоне того, что там Индия, Бангладеш, Пакистане, вся вот там Африка, все что угодно, там, может, там пол Азии еще какой-то. Вот, Средняя Азия, не знаю, какой вот, из бедных стран, филиппинцы, там все что угодно, но только не белые люди. Это можете себе представить. Я как-нибудь еще раз там, может быть, поеду, камерой подсниму и, может быть, даже подставлю сюда куда-нибудь. Видеоролик, извините, и кого-то на меня напало после этого. Вот, и нужно разводить больше вот, минеральной водой. И вот просто я был поражен тому, что там вот просто я увидел, как происходит. Совершенно другой Дубай. Вот это так вот минусы жизни мы перечисляем. Значит, смотрите, тут куча просто вот это иностранцев и аферистов, мошенников со всего просто света, со всего просто мира. И вы не сможете, как бы, ну, вот если вы не терпите, вот если у вас нет какой-то, знаете, такой вот порога терпимости к другим нациям, другим расам, другим видам, вы просто не сможете здесь жить. Поэтому вот те люди, которые мне реально завидуют, то есть они, может, не агрессивные, они, может, как бы, но не будут на вас пялиться. Они будут на вас пялиться, особенно если вы живете в таких районах, где живут одни индусы. Вот, таких районов очень много. Есть целые просто деревни, поселения, да, в пригороде Дубая, например, да, мы, не знаю, там Шарджа, там все что угодно, где живут одни просто индусы. Вот, то есть даже не в самих арабах, вот кто думает, что там, знаешь, что тут не арабы, там бегают, то есть арабы еще как бы нормальные, знаешь, вот как бы так. Ходят если аккуратненько в этих белых своих кондорах и все такое, там женщины в черных, абаях, все нормально, все хорошо, чисто, цивильно было. Но когда ты видишь вот эту грязь и бардак, и бедные слои населения, которые ты не знаешь, что с тобой случится в следующий момент, и потом ты берешь пригородный автобус, и там выясняется, что ты тоже единственный белый человек. Ну, хорошо, что я был со своей подругой, вот, с Габриэлой. Поэтому она, естественно, чуть-чуть так это сглаживала, знаете. Ну, а с другой стороны, привлекала, потому что всегда они такие думают, о, знаете, типа там осуждающий взгляд, что это типа, блин, это азиатка делает с этим белым, да, или что это белый делает с этой азиаткой, там сразу какие-то свои, эти, знаете, такие там грязные мыслишки отпускаются. Вот, это как бы вот еще. И вторая еще сторона, что ввиду этого, то, что они из очень бедных стран, из бедных стран мира, очень, у них низкие зарплаты здесь, то я вам сразу скажу, потому что люди думают, о, блин, какие у тебя зарплаты, сколько ты получаешь, меня уже достали с этими вопросами, пришли мне 10 тысяч евро, пришли мне 10 тысяч, за какой, вообще, с каких делов я должен кому-то что-то вообще пересылать, какие-то деньги, едьте сами, работайте, открывайте себе визы, изучайте, учите язык там иностранный, не знаю, английский хотя бы, я же не говорю про арабский или какой-то еще. То есть, понимаете, вот проблема в том, что бывшие выходцы из соцлагеря очень ленивые, никогда нигде поэтому не бывают, не путешествуют, потому что нет усилий. Я, честно говоря, я даже никогда не мечтал, не планировал там именно вот жить в Эмиратах, как-то так, знаете. То есть у некоторых есть такая мечта, о, я там хочу себе Феррари, я хочу там себе, я не знаю, Порше, я там хочу себе там Мерседес, я хочу там себе... У меня этого никогда не было. Не было. Я никогда не мечтал об вот этих тачках крутых, о шмотках, о чем-то еще. Я жил себе преспокойно в Венеции, там вообще машины не нужны, там, что если о чем мечтать, то о лодке, или о гондоле, или о Воге на худой конец, как бы там, да. Ну, хотя бы не на худой конец, а просто вот так. И... Дурачки меня без конца, вот там, вот эти, вы знаете, пост-homo sovieticus, которые все время там одурманены какими-то мечтами, одурманены какими-то примитивными, приземленными мечтами. Они не мечтают там, я не знаю, выучить там, не знаю, поэму Данте, или выучить там, не знаю, прочесть там всего Гёте, или Шиллера, или там, я не знаю, Ричарда Баха хотя бы того же. Они не читают, нужно прочесть там Плутарха, жизнеописание, или там, не знаю, Илиаду, да, Одиссея, там, да, вот, то есть, они мечтают а вот каких-то приземленных, и вот в чем проблема на самом деле здесь, что здесь, я вчера даже повстречал одного парня из Новой Зеландии, вот он прожил здесь всю жизнь, 16 лет ему,
разговорились, и вот он единственный, там, знаете, такой рэпер, там, а-ля такой, ну, видно, что, типа, вестерн-гай, который катается, там, знаете, на скейте, там, знаешь, и в шапочке такой прикольной. Вот, мы с ним разговорились, я говорю, как тебе здесь? Я говорю, не скучно? Он такой, я здесь, говорит, просто I hate this, я ненавижу здесь, говорит, this place и это место, и страдаю. Потому что я начинаю уже тоже, знаете, посмотрим, просто, ну, как, скучно от того, что даже ты пойдешь куда-то в какое-то место, да, то есть ты говоришь, что, ну, если скажешь, что там, а что ты не пойдешь куда-то, не повеселишься там, не знаю, не потусишь с людьми куда-то. Здесь просто люди, здесь нет вот такого понятия тусовка какая-то, знаете, там, тут нет вообще понятия там какая-нибудь артистическая или богемная тусовка, или какая-то субкультура, тут нет таких понятий, тут нет, потому что тут нет субкультуры. То есть какой-то вид, если есть, как, но он не есть, понимаете, здесь очень все только на показ, показуха, смотрите, а у нас есть вот это, смотрите, у нас есть, на самом деле ничего этого нет, ничего этого нет, то есть если они проводят какие-то там типа фестивали, я не беру вот там вот эти моменты, варианты, когда приезжают реально зарубежные уже состоявшиеся звезды, там с именем, там, как Kiss была группа на Новый год 2000, это каком я был, 2001, да, или там Рамштайн, или там кто-то еще из этих ребят мировых звезд. Я говорю вот просто, например, там как бы в Милане, в Венеции, там, или в Санкт-Петербурге тоже особенно, да, то есть есть какая-то культурная жизнь, субкультура, да, то есть люди там какие-то были в наше время, как минимум, там какие-то панки, готы, там, да, эмо, там, в свое время, вот, там, металлисты, что-то еще, рокеры. Тут такого вообще нет. Нет. То есть, вот когда ты видишь человека, там, молодого парня, что ты видишь, что это человек с пещерным сознанием. То есть у него отсутствующий взгляд, и вот эти вот фишки там 5 раз в день ты слышишь там из доносящихся. Ну, если вы не в Дубае живете, а в пригороде, например, из мечети, там откуда-то доносящиеся 5 раз в день намазы, молитвы. Это все, конечно, опять-таки, вот это ширма. Да, потому что вот реально никто, ну, может, дедушки старенькие, как у нас там, да, кто ходит там в церковь, там, да, они молятся, или бабушки там, может, действительно соблюдают там все эти традиции, там 5 раз в день молятся. Остальные это все, там, молодежь тоже, вот. Чем дальше в деревню, тем, естественно, эта ситуация усугубляется, усложняется. В городе, естественно, вообще никому до этого нет дела. Ну, то есть формально там просто тебе там какие-то ограничения на алкоголь. Например, в Дубае нужно специальное разрешение, как мы говорим, специальная лицензия, да, на, как на вождение машины. Тебе нужно в Дубае, чтобы покупать в... это, в принципе, там ничего не стоит, но, может, там 200 дирхам стоит в год. Но это нужно иметь, и то, чтобы ты был иностранцем. Если ты будешь местным, локалом, то тебе это уже не получить, как я и знаю, как мне известно. То есть всякие вот такие вот странные штуки, прикольные, как бы на первый взгляд, но когда ты живешь здесь, то это уже очень сильно докучает. Далее, есть такая фишка, да, вот о зарплатах. Вот я всегда спрашиваю, да, вот в каких-то кафе, барах я бываю, у ребят, филиппинцев, там, кого-то еще, я спрашиваю, сколько вы получаете, да, мне просто интересно. Вот средняя зарплата, сейчас на секундочку, просто задумайтесь, подумайте над этим, какая зарплата в Эмиратах. Я не говорю, что это в Дубае, опять-таки договоримся, я говорю, что это в других Эмиратах или в пригороде. То есть средняя зарплата это 2500 дирхам. Это примерно, сколько это, 2500, сейчас, 4000 это будет у нас $1000, значит, это $500 зарплата, так, вот, 1 к 4, там, по-моему, идет, как-то так, да, вот, и, то есть, к евро, к доллару плюс-минус там, и вот такие дела, ну, вот, максимум, в лучшем случае, ты будешь получать, например, 5000, да, то есть это в хорошем месте, да, если там бармен или там менеджер или что-то еще, то есть $1000. То есть не думайте, что какие-то такие запредельные цены, ну, если ты специалист, допустим, кого-то высококлассный или среднего достатка, ну, такого достаточно уровня хорошего, ну, будешь получать там, ну, может, 2000, ну, 3, ну, 4, это от силы максимум, то есть если ты хороший специалист. Я опять-таки не говорю о каких-то там инженерах, о профессиональных
журналистах или профессиональных репортерах или профессиональных каких-то вот людях, у которых реально вот, ну, есть своя планка, они получают там по 10 штук, например. Все опять-таки зависит от твоего паспорта. Как ни крути, но это реально вот российская страна. Они будут смотреть твой паспорт, кто ты, и исходя из этого будут платить тебе зарплату. То есть если ты, например, English, то есть английский подданный, великобританский подданный, американский подданный, Канада, Австралия, там, ну вот развитые страны, да, короче говоря, или у тебя европейский паспорт, значит, ты будешь получать, ну, минимум, это 5 тысяч евро, а то и больше. Десятку можешь получать и больше. Но если ты вот это из Пакистана, Индостана, Казахстана и любого там Таджикистана, Киргизстана и любого стана, уж не обижайтесь на меня, но ты будешь получать от силы, то есть многие получают вообще там $200, 200 евро работают за это, за такое, за спасибо практически. Это, ну да, сколько ты получаешь? 800 дирхам, 1000 дирхам некоторые получают, это минимум вот такой, да? Если, допустим, в Европе, в Италии, там минимум я получал 800 евро, такое, когда и нихера при этом не нужно было делать, вообще никак не париться, то даже пособие по безработице могли платить такие деньги. Хотя мне не платили, вот. Я не попадал под их списки, категорию. Но вот так, а здесь вот так. То есть это совершенно, понимаете, не то, вот этот блеск, знаете, нищета куртизанок, понимаете? Многие так себе думают, нафантазировали себе нечто что-то. То есть, либо ты должен пахать где-то там на жаре, но при этом ты не обязательно, что ты будешь получать большие деньги. Куча этих рабочих, которые сейчас пашут на жаре. Мне сейчас вообще вот еще тяжело выйти просто. То есть, ты вышел на улицу, духота, нечем дышать. Слава богу, вот пару дней назад прошел дождь. По-моему, они сделали этот вот такой искусственный дождь. Он залил там, что-то затопил там Фуджайру, затопил там ту же Шарджу и так далее и тому подобное. Посмотрите в новостях, загуглите там, если что, я ссылочку ставлю сюда здесь. Короче, но фишка в том, что так вот, по большому счету, в целом, да, еще вот такой, в связи с этим, опять-таки, наверное, но и не только с этим, контингент людей, да, контингент людей, которые здесь проживают, он достаточно вот, ну как вам сказать, то есть культурного уровня вообще никакого, то есть вообще никакого. Люди абсолютно настолько вот, они далеки от, там, не то что от музыки, от искусства, они далеки от политики, они далеки от всего, то есть с ними не о чем поговорить, не о чем обсуждать. И у них вот, они там говорят, подходят на автомате, там, «Hi, how are you? I'm fine and you». Знаете, вот так, типа вот, «Hi, how are you? I'm fine and you. Hi, how are you? I'm fine and you. Hi, how are you? I'm fine and you». Вот так вот, все это слово не выучить, любые там, таджики, Бангладеш, там, пакистанцы эти долбаные и так далее. Второй момент, о чем я говорил, хотел поговорить, что вот сейчас у нас возникла проблема с тем, что вот здесь дохера мошенников. Они могут вам пообещать, наобещать все, что угодно, но нихера не сделать. Будьте осторожны. Не ведитесь на бесплатный сыр, не ведитесь на то, что вам кто-то, работодатель, там какой-то или PRO, или кто-то еще, компании, на которой вы там, возможно, будете работать или предполагаете работать, что кто-то вам будет платить какие-то огромные большие деньги, а вы будете просто лежать на кровати и ничего не делать. То есть кидалов тут вот так, выше крыши. Нужно постоянно иметь в виду, ушки на макушке были, ухо держать востро, с кем ты говоришь, о чем ты. Да хотя бы с кем бы ты ни говорил. То есть важно именно кто ты. Кто ты, есть ли у тебя какая-то защита, насколько ты законодательно грамотен, даже если ты будешь законодательно грамотен, насколько у тебя есть, скажем так, наверху в Эмиратах кто-то, кто может тебя защитить. То есть какой-то местный, ну не местная какая-то шпана, а реально местный какой-то человек, который имеет власть, который имеет power, который имеет там деньги, и который может там одним звонком куда-то позвонить там, да, и решить все вопросы. Куда бы то ни было, тогда могут просто вот банально, не знаю, там, полиция загрести за то, что у тебя какой-то там неадекватный вид. Вот мне рассказывала одна знакомая здесь, что
Один чувак из Питера, он гей, и он где-то просто шел по Дубаю, там, да, в каком-то районе. И у него там был, ну, достаточно такой откровенный вид, там маечка в эту сеточку была, знаете, ну, как гей обычно одевается, я никого не осуждаю, я очень уважаю, считаю, что геи одни из самых смелых людей, которые, особенно если они живут где-то в каких-то вот таких вот местах экстремальных, и так вот самовыражаются, да и вообще, где бы то ни было, будь то Россия, будь то там еще какие-то Беларусь или Украина, там, не дай бог, вот, то я считаю, что это одни из самых смелых людей, которые имеют свое мнение, выражают его, в отличие от всех вот этих мужиков, знаете, вот этих мужланов, мачо строящихся, там, крутых, там, да, которые на самом деле являются бабскими подкаблучниками, женскими подкаблучниками, и они ни хера не могут самовыразиться. Многие из них, кстати, латентные, знаете, такие вот еще есть. Да, есть такие латентные, которые любят мужчин, любят мальчиков, но стесняются в этом признаться, да. Очень, кстати, это распространено и в Эмиратах в целом все. Некоторые действительно очень любят там мальчика. У них тем более, что это запрет на ну, там, отношения женские. В всяком случае, открыто, откровенно, там, да, девушка не может там встречаться с парнем, например, пойти в кино, в кафе там, или обниматься, или целоваться там, на улице и так далее. Поэтому в этом смысле, в некотором смысле, мы, иностранцы, здесь себя чувствуем сейчас более комфортно, более удобно. Потому что, а, не ведь ты иностранец, то есть, похер, там, закрывают глаза. У вас там своя культура, у нас своя, как бы, да. Но самое главное, чтобы на улице там не лобызались, не сосались там в губы, не тискали там друг друга за сиськи, за письки, за жопы там и так далее. Вот. Но ситуацию такую представить, что там какая-нибудь пара влюбленная романтически целуется там где-нибудь, знаете, в городских пейзажах или, ну, может быть, на море еще, ладно, там на пляже где-то там, да. И то, если какая-то есть такая усиленная там охрана, например, пляже, то и на Пальм-Джумейра или где-то еще, то я не знаю. Хотя мы целовались с моей подругой, с Габриэлом, целовались где-то, я вставлю даже фоточку сюда или в ссылочку в видео, вот, посмотрите. Так что вот, ну, все зависит, в общем, от ситуации, от личной вашей ауры, ну, как бы, как это, вайба вашего, так это модно сейчас говорить, или от личных вот качества охраны, охранников, потому что есть тоже, работали какие-то у нас пакистанцы в охране. Это говнари, которые задолбали просто.